День добрый, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Итак, мы продолжаем прохождение цивилизация 5. Уровень у нас король. Это 5 из 8 уровней. Мы захватили столицу Дели. И сейчас будем что-нибудь думать дальше. Я, к сожалению, уже не сильно ориентируюсь здесь, так как прошло 3 месяца после последнего прохождения. Но у нас, насколько я помню, мы воюем только с Ганди. Да. Россия, по-моему, тоже с ними воюет. Так, Ганди, Ганди, Ганди. Ага. Россия враг, Монголия враг, Эдинбург союз. Это Ганди. Тут Монголия враг. Чингисхан у нас, Индия, Аравия враг. Так, в принципе, все враги. Красота. Все воюют. Хорошо. У нас там, я насколько помню, где-то ядерная ракетка завалялась. Это что такое? Кстати, первый раз использую. Начал монтировать видео и стал замечать, что проблема с видео иногда подвисает. Вот, тут Россия выперла, конечно, хорошо. Подвисает видео, поэтому решил поставить максимальный приоритет на саму программу, которая записывает видео. Я пользуюсь Бандикампом. Надеюсь, это поможет. Но не факт, конечно. Так, Афины, уже забыл. А. Это город у нас такой, управляемый. Уже и терминологию забыл. Так, а что же у нас по военным войскам? Тут у нас где-то были советники. Ух, блин. А, вот здесь вот. Так, так, так. Так, так, так. А, это, в принципе, ход не пропущен у нас. Я так понимаю, вроде как. Да, потому что есть юниты, которые уже ходили. Тут у нас пенициллин. Год у нас 1965. Угу. Да, вот они не излечились еще. Ага. Тут у нас довольно-таки большой город. Современная у нас Индия вооружение. Но напал я на Индию, если вы не помните, то я вам расскажу. Только из-за того, что она строит космический корабль, а мы фактически этот уровень не убрали. Эту возможность победы. Поэтому нам Индия стала очень опасной, и мы решили ее отстрелить. Раньше, я помню, в играх, захватив столицу, мы получали все. Так, Россия тут прет огромными войсками. Я думаю, это будет очень хорошо, чтобы она с ней повоевала. Так, самолеты, самолеты, переброска. Это Alt-R. Alt-R, Alt-R. Угу. О, сюда можно перебросить. Дели, отлично. Просто превосходно. В принципе, тут все нормально, кроме вот этого, пожалуй, разоренного места.
Так, где-то, не понял. А, тоже там же. Кстати, по-моему, здесь можно уже бомбить. О, у этого хорошо. Три против города. А бомбить тут С. Защита очень хорошая у этих городов. 124. Да, и самолеты они бьют основательно. Почти убил. Но тут есть ядрёная бомба. Вот мы, наверное, сейчас и посмотрим, как мы это сделаем. Ну-ка, best. Город мы захватить вроде бы как сможем. Может и не сможем, конечно, но давайте попробуем. Такой вот B-52 забрасывает его. И ось тоби такое. Ядреный взрыв. И, по-моему, я накрыл своих работников, не? Ого! Так и накрыл. В той игре во всех разных версиях была одна клетка ядерной бомбы, а тут, видать, аж две клетки. И чем дальше, тем хуже. Тут, в принципе, не повлияло, на танк повлияло. Ну, хоть минус один, это хорошо. А чё мы сюда стрелять не можем? Можем. Давай. Да, тяжелый город. Как ни крути, но тяжелый. Как бы еще Россия его не взяла. У нас есть неплохое подразделение танков. О, вот это уже ближе. А что, ты еще раз можешь атаковать? Так, вперед, друг мой. Не. Ладно. Этот не прокачанный. Так, где этот самолет? Трохи он подбитый. Ну ладно, все равно полетим. Когда город разбит немного, то никуда он не денется. Сильно самолет не покалечит. Ну, в принципе, вообще самолет почти не пострадал. Может быть, там одна единица где-то и легла, но то все есть мелочь. Все, наш город. Этими сейчас танками мы его дотянем. Хотелось бы, конечно, чтобы Россия немножко вошла в раж и немного войска ее пострадали, потому что это следующий соперник, с которым нам, возможно, предстоит какой-то конфликт. Но даже сделаем вот так. Чтобы он был сильнее. Но все-таки это в тылу. Город в тылу, и его надо брать однозначно. Это город прекрасный, мощный и красивый. Поэтому сателлит будет лучше, в лучшем виде с этого города. Хорошо.
Все-таки ядерная ракета решает многие вопросы. А, вот, нашел я где переклацывать. Уже забыл, где даже посмотреть. Во время летит. Сейчас прохожу на сверхсложном уровне Enemy Укнов. Кому интересно, это UFO продолжение 2010, по-моему, или 2012 года. Да, 2012. То уже заканчиваю. Да, пусть будут танки, в принципе, хотя современные танки. Что у нас там, торговый путь где? Столица и Дели, это понятно. Враги это где? Это сюда противосамолетка ушла. И Россия с Аравией пытается поссориться. Ну хорошо. В принципе, нормально. Ага, мои танки приехали. Там у меня запас войск есть. Вот сюда надо еще. Хотя, подожди. Тут у меня есть... ближний юнит. Заодно он в городе полечится. Раз такое дело, надо посмотреть, что у меня там с военными силами. В основном меня интересует... Ага, вот две штуки у меня, Катюша. Хорошо. И два великих инженера. Кстати, где они там? А ну, где ты, друг мой? Угу. Ладно, отдыхай. Отдыхай, я сказал. Все, тут вроде войск нету, этих сейчас захватят русские. Будем развивать свое наступление, я думаю, или на Мумбаи, или на Новый Сарай. Что у нас там, эти сарайцы еще живут? Да, Бешкалык захватывают. Старый сарай. Тибриз, так, Аттрар. Угу. Вот, в принципе, Новый Сарай можно было бы с ним и пообщаться. У меня с Чингисханом дружба. Сейчас мы посмотрим, что у нас с ними. Угуй! Что-то он оборонительный союз не хочет. Странный товарищ. О, готов нефть покупать. Пусть оно будет. Лошади и железо. Да, с ним мы не будем сражаться. Неплохо, чтобы он с Россией подрался. Ой, сколько он хочет всего. Не. Это сильно для меня дорого. А с этими он уже воюет. Хорошо. Ладно. Чингисхан, ты мой любимый. Будем мы тебя укреплять. Жаль, тут нельзя, как во второй цивилизации, передавать своему союзнику войска. Только союзным городам. Это что такое вообще? Странность какая-то. А ну что у нас Куламбур тут? Нейтральный характер, я союзник, да? То есть он воюет с этим городом. В принципе. Новый сарай бы захватить, наверное, да. Наверное, будем фокусировать войска здесь. Тут, правда, Катюша. Ну ничего, потихоньку сейчас стянем сюда войска.
Подтянем пару Катюш, и мы его накроем. Это все мелочи. Так, арабы все-таки захватывают Чингисханский город. Это вот тот, который был разбит там, да? Да, вот он, Бешбалык захвачен. Так, самолеты готовы. Самолеты у нас, что у нас тут, 9 из 10. 3 раза по осаде. О, 50% уклонения, отлично. 2 раза заход, это нам не надо. О, чинится даже при выполнении любых задач. Отлично. Только 3 звания у него, а он уже такой молодец. О, и город 95. А то эти 120-ки уже поддостали, конечно. Ну, не подбили на том, спасибо. Вот, честно говоря, у меня даже 9-ки подбивались. Как-то так. Ну, давай. Такая графика долгая здесь. Ну, странно, у этого 3... А, тоже есть ремонт, отлично. Отлично. Вот мы этот сейчас новый сарай дырок не наделаем. Будет новый сарай с дырками. Хорошо. У нас тут авиация довольно крепкая, насколько я помню. Я их тут создаю мощно, эти танки. Ой, эти самолеты, бомбардировщики. Поэтому мне так... Ух ты, Катюша вышла. Катюша вышла. Как ты хорошо вышла, солнышко ты мое. Получи. Слабенько. Друже Бабер, слабенько. Це щось ты. 10 из 10 и всего 4 сняла. На воде. На воде у них защита уменьшена. О, и это 4 сняла. Типа. Вот тебе, блин. Командир. Командир, командир, командир. Ну, даже и не знаю. Ладно. Так, ты однозначно исцеляйся. Так, это что у нас? 7 из 10. Исцеляйся. Так, 3 против города. Хорошо. Города городами. Надо будет эту гадость забить. Ух ты, какая пакость маленькая. Хорошо, натыкала. Минус 7 самолетов. Ничего. Терпимо. Ого. Тут всего 7. Тут за город золотишко качает. Угу. Подожди, 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 я еще вот с этим не разобрался. Золотишко. О, танки. Танки, танки, это хорошо. Ну, в принципе, все. Что-то самолетов мало, как-то мне так кажется.
Вроде как побольше у меня их было. Понятно, понятно. Где на окраине, тут где-то стоит военный наш советник. Что он тут делает? Давай-ка ты сюда подтягивайся, дорогой мой товарищ. Он Ярославль. Тут Russian Swine будет атаковать. Коли чего. Так, и что-то у меня город не прикрыт один. Непонятненько. Где-то у меня тут был танк, которому надо подлечиться. Давай-ка ты шуруй в Ярославль. Во, теперь порядок. В принципе, они все равно по мне стреляют. А, ну да, город будет в двух клетках стрелять. А в три только Катюша. Так, проверил я немножко. Пишет все отлично. Все прекрасно. Были у меня немножко сомнения. Бандикамбом я пишу на приоритете повышенном. То есть подтормаживает в первую очередь игра. Ага, да, город начал уже бомбить. А во вторую очередь подтормаживает уже само видеоописание. Это хорошо. То есть я вижу тормоза во время записи. А так я во время записи у меня все было прекрасно, а потом появлялись прикольчики, когда я уже начинал монтировать и хоть бери и переигрывай заново. Так, у нас построилось. Это кто такие? Это она не построилась, это она просто проапгрейдится может. Эх, так, что у нас тут? По городу ты мочишь и по лесам. Это маленькая, опыта мало у нее. Ладно, пусть будет так. Ей бы излечиться было бы очень хорошо. Но времени маловато. Так вот, проверил я запись. Видео идет отлично. То ли это из-за бандикампа, из-за повышенного приоритета. То ли я еще изменил то, что я в Windows подключал полностью все процессы, какие только смог. Так, ну ты однозначно отдыхай, товарищ. О, целый. Целый самолет. Ух ты, он Вену даже взял. Ах ты ж подлюка. И когда все процессы отключены, винта, вот это то, что подтормаживание видео, я подозреваю, как этот системник начинает шуметь, там винчестер что-то там работает, процессы какие-то бегают, и он забирает на себя таймфреймы эти всякие, процессорное время, и видео подтормаживает. Хотя на игре это, в принципе, не сказывается. Так, а что с таким? Цитанг наш излечился, да? Ладно, не будем рисковать. О, кстати, хорошо, что по нему стрельнули. Отойдем. Отлично, третья муштра. Пусть будет. И заодно подлечимся. О!
Вот она, красавица. Она мне очень нравится. Это бомба, которая нам очень пригодится в Мумбаи. Мы это Мумбаи развалим нафиг. Это основные города нашей нелюбимой Индии. Хороший был с них союзник, пока он не начал строить космический корабль. Ну, это уж извините. Победа может быть только у меня. Хотя в остальном у меня претензий к нему не было. Помогал он мне очень даже хорошо. Танкам очень хорош вот этот апгрейд на леса, как я уже понял. Именно потому, что он на открытой местности и так молодец. Раз, два. Семь. Семь — это опасно, но он чинится, в принципе, хоть так, хоть эдак. Так что, наверное, подожди. Ты подожди. Сейчас мы постреляем, а потом тобой постреляем. Я вот со себе думаю, не нападет ли она на меня. Какая-то дальность, три клетки. Это не проапгрейдженная. У немцев хорошие катюши. Хорошие они тем, что бой быстро можно прокачать на дальность. Ой, я отсюда еще стрельнуть смогу. Это прекрасно. У них там опыт быстро растет, и я еще, по-моему, когда немцам играл, то я прокачивал, что опыт еще быстрее растет. Ди-ди-ди-ди-ди. Кто-кто-кто-кто-кто. Ага, герой. Герой, герой, герой. Давай-ка ты сюда шуруй. И ты сюда шуруй. Прикроешь его. Что тут у нас? Опять семерочка, да? Два самолета, один танк. Отдыхать. Больше никого нет. Ладно. Думаю, не убьют вас. Даже с восьмью ТП-шками. Слабенько они стреляют, конечно. В этой игре артиллерия очень сильная, это я уже понял. Особенно лучники, это молодцы на первом этапе, когда они артобстрел могут делать. Это просто сказка. Да, слабые здесь самолеты. Дальность хороша, да толку не шиша. Бомба. Бомба-бомба. Советник какой нам дает иностранных дел? Ну, понятно. Госказна. Плюс 8. Давай-ка мы еще одну бомбу построим. А потом госказну. А, это мои земли. Такие интересные мои земли. Такой пятак. О, радиовышка построилась. Это что такое? Прирост на 33% культуры в городе. А, это обычное строение. Так, одна алюминия, аркад. Военная база плюс улыбка. Улыбок у нас 44, нормально. В принципе, мы особо никуда не спешим. Можно делать кучу мирных строений. Нормально. У нас тут все хорошо. Танки бегают подбитые. Это он побежал в Ярославль. Там мы у России кусок здесь отхватили. Внедрились в центр России хорошо. А сейчас врезались хорошо в Индию. Прямо так
Смачно. Это, в принципе, не индийский город, но она его захватила. Новый Сарай — это, скорее всего, древний-древний город. Они захватили у наших братьев чингисхановцев. О, хорошо, что не стрелял по моей Катюше. Как раз она потренируется немножко на тебе. О, вот они хорошо стреляют. Артиллерия здесь, ого. Новый самолет у нас, нет, не новый. А просто тот, который получил бонус. Починка и отдохни давай. Так, бомбочка, пока отдыхай. Добить ее все равно не добью. Я думаю, надо восстанавливаться. О, достанет, отлично. Это с починкой, это хорошо. Был такой фильм, японцы с китайцами там воевали. Починка, игра такая была у них. Бегал такой товарищ, предлагал в эту игру поиграть. Починка, попробуй свою удачу. Это типа автомата такого с лампочками, коробка, куда деньги кидаешь и выигрываешь там в случае выпадения каких-то лампочек. Положительных, отрицательных, там разных цветов. Минус 3, нормально. В принципе, у него было 7, получил минус 3, сейчас 4 очка. Здоровье. Ну что, мы раздолбали уже пол сарая. Половина нового сарая. Как называется новый сарай, если у него половина отсутствует? В вашей версии в комментарии пишите. Ну, перевалит. Я считаю, ровно половина. Ваш срок действия декларации о дружбе с Индией. Очень интересно. Я ж с ней воюю. Какая нахрен декларация? Так, а что это за танки такие? Главное, в центре. И тут без охраны Берлин. Интересно. Мирный договор хочет. Ох, сколько у него денег. Как и мы богаты, а? Чудесный раз чудесный. Так, ну что? В принципе. Мирный договор здесь всего лишь на 10 ходов. Значит, воюй с Аль-Рашидом и денег давай мне 3000. Nein. А без денег не хочешь, да? В принципе, мне как таковые деньги не нужны. मेरे दोस्त, क्या इस इंतजाम में आपकी दिलचस्पी है? Ладно. Давай на 10 ходов с ठीक है. тобой договоримся.
Так уж и быть. Хочу, чтобы Россия немножко об тебя зубы сломала. Все-таки 10 ходов это немного. 10 ходов это просто прекрасно. Мы пока войско подсортируем. Значит, что у нас тут? Строятся самолеты? Строятся самолеты. Так, а мы как раз что-нибудь еще такое интересное построим. Уран у меня пока есть. Хотя это может быть моя ошибка, я согласен. Да, может быть он успеет корабль космический построить. Но сильно я сомневаюсь, что он его успеет построить. Так, а что мы... Артиллерийская батарея. Что-то я не понял. А, тут разные ресурсы. Теперь понял. Поэтому позволяет и то строить. Хорошо. Так, тебе надо бомбежка городов. И починка. О, отлично. И куда-нибудь срулить. Подальше. Нью-Йорк максимально. Хорошо. Так, мы отдыхаем. Я вот думаю, откуда удобнее будет тебя штурмовать. Наверное, все-таки отсюда. Да не, ну тут однозначно. Яка тут может быть еда? Так, ты отдыхай. Самолет, отдыхай. О, как раз подлечим самолеты. Конечно, торговый строй. И не возмущайся. Так, раз, ход. О, а это что за танк такой? Что это за танк такой интересный? По-моему, он куда-то едет. Да, он куда-то едет. Отдыхаем. О, этот подтянулся отлично. Раз, два, три, четыре, пять современных танков. Ну наглый кабан, а. Еле подписал со мной договор, и тут вдруг осуждает меня. Люди более всего приближаются к богам именно тогда, когда даруют людям спасение. Хорошо. Медлаборатория дает подписчикам. Так, у нас хлопок-хлопок, траля-ля, все молодцы. Это что такое? Ага, золотой век прошел. Понятно. Я-то думал, откуда мне столько денег? Хорошо. Где-то у нас тут танчик проапгрейдился. Хорош клепать танки. Давай клепать другое. Это хорошая штука. Во. Алюминия у нас до хрена. Ух ты, безработные горожане. Как так? А почему безработные? Не понял. Погоди-ка. Во.
Я уже забыл, как горожан расставлять. Тут особое окошко есть. Так, вот. Я не совсем пойму, конечно, ну ладно. Просто пустые вроде места. Че он их поснимал, непонятно. Как-то интересно. 1,5 безработный. Ну вот как-то вот так. Да, тяжело, когда долго не играешь. Тяжело понять, чего я хотел, когда я все это строил. Так, а тут, по-моему, все. Да? Да, максимальное количество 4 единицы всего в городе авиации. Раньше было 8. Было немножко попроще. Наверное, все-таки компьютером. Пусть будет. Индиана Челентано. Ладно, едь ты сюда. Так, отдыхаем. 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 Тогда у меня самолетов довольно много. Очень много, я бы сказал. Которые фактически здоровы. Ладно, хорош, наверное, самолеты строить. Где у нас там... Экономика, по-моему, да? Программа «Союз», военная база, танки. Ну, я бы сказал, я тут особо и не напрягаюсь. Да, столько цивильненьких зданий. Хорошо. Так, это ход, сколько я понимаю. Русские что-то бегают, бегают, да никак не прибегают. Стены, военная база, стены, стены, ничего себе. Кто-то стены еще строит. Наука, угу. Аль-Рашид. Хорошо, давай, Аль-Рашид. Хочу еще раз с тобой торговать. ما هذا؟ ليش؟ حسنا جدا. ما هذا؟ نداري. هذا أمر غير مقبول. بول بول بول. Какое может быть недоверие, друг мой, если я с тобой? حسنا جدا. ما هذا؟ لا يمكن أن تكون جادا في هذا الطلب. Да, понял я тебя.
не хочешь ты со мной дружить, ладно. Мабуть, будет у нас скоро с тобой конфликт. О, Катюшка отдохнула. Прекрасно. Отдыхай. Мне вот этот вот нужен товарищ. Сложно их выделять стало в этой игре. Третий ход. Посмотрим, что он напридумывает. Екатерина в современности. Этот мотопехоту подтягивает к своему Мумбаи. Мумбаи — это, по-моему, его город. Тут танк построился. Ну, в принципе, танки — штука хорошая. Ладно, построй одно такое, и потом танки дальше клепай. Что у нас, кстати, по рабочим? По рабочим у нас всего 4 единицы, да, поэтому они так медленно работают. Там еще города восстанавливать. Ух ты, тут железной дороги даже нет, все один тут работает. И тут двое. Я не понял, что тут происходило. А, это все-таки я у него этот город взял. Да, вот Спарта, которую он отбил. Не мой это город. Это индийский город. Тогда понятно, почему такая разруха. Вашингтон. Что у тебя, Вашингтон? Все здания готовы? Не все. Танки. Весь иди в танки. Я скоро войду в будущее, а Индия уже там. Немного мне осталось, но мы Индию притормозили, я думаю. Сейчас посмотрим, что она будет итого. Ну, я думаю, это победа однозначная. Хотя у Индии еще довольно много городов, но все города вассалы. Основные города мы разбили, включая столицу. Компьютеры похожи на ветхозаветных богов. Сплошные правила и ни капли жалости. Так, о, мобильный ЗРК. Это что такое? А, это авиация, фигня. Так, и подводная лодка, ладно. О, опять великий инженер появился. Это уже третий. И институтик. У меня уже раз, два, три, четыре института. А надо всего 5, и можно строить будет чудо-утопию.
Я вот не помню, какой можно, какой нет. Но недолго подумывая, все-таки меценатство. Вот эти три я открыть не могу, потому что у меня тут набожность, вилка, тут порядок и тут порядок. Волю могу, но в принципе уже поздно. И вот меценатство. Снижается на 25 с городами. Минимальный уровень тут можно поднять. Больше влияния. И вот самое интересное, что нам нужно, это вот схоластика. 25% от ихней науки. Берем. Но вот на него идти, конечно, еще два хода. Хотя 18 ходов это, в принципе, немного. Итак, научное исследование. Давайте посмотрим дерево технологий. Что к чему ведет. Ядреный синтез. Ага. Супер-юниты. Давай-ка мы к этим супер-юнитам продвинемся. Это что такое? А, это корабль. Открывает всю карту, спутники. Вот эту опцию, когда я открыл, помню, в первых версиях игры, то у меня повисло все напрочь. И очень часто зависало. Не знаю, с чем это связано. Вроде в последнем апгрейде этого нету, но... Но будем открывать позже. Ух ты, юнита мне дали. Супер. Инженер мне опять появился. В принципе, инженеры пусть будут пригодятся. Кто такой? Такой инженер. Я же сказал стоять. Так, это у нас тут что? Золото было, да? Пусть будет. Ух ты, еще одна ракета. Отлично. Я смогу разбомбить дважды кого-то. Хм, можно перелететь, странно, а самолета нет. Интересно. Юнита, 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 пехотинца ты моя. Пум-пум-пум. Давайте-ка мы его передадим кому-то. Вот тебе. Четвертый ход. В принципе, я мог и без подготовки, конечно, в город брать, но с подготовкой оно как-то лучше. Спарта. Задавайте, друзья, в комментариях вопросы, давайте ваши предложения, будем, так сказать, посмотреть, что смогу, то сделаю. Вашингтон, программа Союз. Отлично, так мы, наверное, это видео и назовем, хотя тут ядерный взрыв был, но программа Союза тоже очень интересна. Что ты дальше делаешь, военную базу? Так вроде давно я союз здесь построил. Хм, странно. Ну ладно. Я вот думаю, может не брать военную победу, а в виде исключения победить один раз строительством корабля космического. А, Сиэтл. Я думаю, что такой бедный город, и так много всего можно построить. Понятно, почему. Это я за сахаром сюда шел. Стройся, короче, до бесконечности. А не, в Нью-Йорке программа Союз, тогда понятно. А что-то Нью-Йорк
Вашингтон, Вашингтон. Типа столица. Где бы ни построилась, все равно столица аэропортует. В принципе, этому городу особо расти не надо. Потом посмотрим, ладно. Пока не будем. Так, это пятый ход. Вроде бы как, если я не ошибаюсь. Это что такое? А, я его сюда гнал. Точно, отдыхай. Это от России защита, на всякий случай. Вот он, Санкт-Петербург. Довольно-таки неплохой город. Ого. О, опять залпы мимо. Должно отсюда быть. Но графика глючит. И ракета улетает куда-то в заоблачные дали. Такие глюки я уже встречал. Угу. Так, что же мы тут имеем? Весельчаки. Отлично. Ганди был у нас 55 весельчак, а теперь я всех обогнал. Чингисхан молодец. Хорошо. Понятно, у них сколько, 3 города всего. Тут с мехами. Тут столица. Надо будет новый сарай ему отбить. Это 6-й ход. Ну, наконец-то россияне дошли до Индии своими допотопными танками. И Вену надо будет еще отбить, кстати, вернуть владельцу. Это что у нас такое? Это у нас Катюша. Города мы будем в основном стрелять. Хотя 25% особо прибыли не дают. Но. Как раз через 4 хода мы сможем нападать. Так, а что у нас вот здесь? По-моему, здесь не хватает торгового поста. Военная база готова. По биржу. Шо-шо, понятно. Так, 7-й ход. Посмотрим за действиями, что у нас тут Россия воюет. На Бухарест влияние теряем. Угу. Алмазы Аль-Рашид у меня покупал. А, иннаху энт. Акмель хадитак. Маньяк, ты была какая нехорошая мужчинка. Ругается, понимаешь, блин. Обойдешься. Обойдешься ты, мужик. Лошадей могу дать, если хочешь. До свидания. Да. Бухарест, теряю влияние. В принципе, 20 тысяч нормально. Не жалко ему и денег дать. Когда денег в обрез, тогда дам. А сейчас все отлично.